Всем привет! Сегодня я хочу сделать видео, что в моей сумке. Я поменяла свою сумку. Сейчас я хожу с вот такой вот коричневой сумкой. Тут вот такие вот сердечки. Это сумка от Green Hills. В ней два вот таких вот отделения. Она на длинном таком ремешке. Здесь можно регулировать. Вот здесь еще три дырочки есть. Вот. Ну и я начну с вот этого вот маленького первого отделения. Итак, что мы тут имеем? Как всегда, у нас здесь салфетки, блеск для губ. Это китайский, в китайском магазине его купила. Он очень пахнет арбузом. Ну, мне очень нравится такой. Ему, правда, уже где-то год, но он до сих пор пахнет. Вот. Также я в сумке ношу с собой увлажняющий дневной крем, который мне прислала бабушка. Вы видели его в покупках. Он такой компактненький, да, и как бы в сумке его держать очень хорошо. Что он у меня в сумке всегда лежит. Бесполезная вещь у меня лежит. Это вот такой вот плиз для губ от Ruby Rose. Такой коричневый. Не знаю, что он у меня здесь в сумке делает, но я решила, что пускай валяется в сумке. Вот. Дальше у меня здесь пилочка для ногтей, таблетки Цитрамон Фуэрте, нет, Цитрамон Форто, вот, Цитрамон, короче. Потом еще одни пилочки для ногтей, потом еще одни салфетки, вазелин для губ. Это билеты в кино, в которые мы ходили. Тут бумажка с станции, на которую мне нужно было ехать. Пробник из духов Дизель. Love Dross, как-то так. Классно, кстати, пахнут. Ключи от родительской квартиры. Потом пинцет. И вот такая вот булавочка с такими камешками блестящими. Вот, это все, что было у меня в первом отделении. Как видите, ничего такого сверхъестественного. Так, засунули все обратно. Теперь я покажу вот этот большой отдел, который открываю. Здесь у меня, конечно же, вещей побольше лежит. У меня лежит блокнот, который вы уже видели. Мой кошелек, мои оценки за второй семестр, вот они. Тут же также я ношу с собой палетку от Hello Kitty, просто тут такое большое зеркало, вот, и я ее ношу с собой как зеркало. Телефон мой тоже тут, чек какой-то. А, это маска на эти, так вот. Мы когда в школе делали пилинг всего тела, нам сказали одеть вот такие вот штучки. Вот. Там мы все ходили с закрытыми ртами. Потом у меня здесь спонжик. Это у меня и красная помада от Grimace. Такая вот. Но это не должно здесь лежать, просто у меня когда был урок макияжа, видать, оно выпало и тут осталось. Затем у меня еще одни ключи. Потом две ручки шариковые. Наушники. И у меня здесь три конфетки. Это все. Больше ничего здесь нет. Я засуну все обратно. Вот. Вот такая вот сумка, очень вместительная, много вещей туда помещается. Я очень часто с ней хожу на учебу. Вот, тут такие сердечки уже показывала на вот таком вот ремешке. В принципе, вот такая сумка. Я ее не покупала, мне ее подарила мама. Вот. Но на лето я хочу себе купить другую сумку. И летом уже обязательно сделаю обзор на новую сумку и то, что буду ей в ней носить летом.
что вот такая вот сумка. Надеюсь, вам понравилось. Всем огромное спасибо за внимание. Вот, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!